Сегодня наши военные задержали несколько грузинских солдат. Свидетелем этого стал наш специальный корреспондент с Хинвали Вадим Микертычев. Он сообщил нам все подробности с места событий. Грузинских военных задержали. Это 6 военнопленных, которые находятся в местном, скажем так, комитете государственной безопасности Южной Осетии. Содержатся в достаточно нормальных условиях для военнопленных. То есть у них как бы есть все, за исключением шнурков, ремней и все, что может способствовать тому, чтобы человек покончил жизнь.